We sowed the seeds of love. We showed them how to sing. Grown with the knowing of something in their blood, where ceremony begins. When the apron string unpins. My garden was forsook to weigh in on industry. Raised behind the altar under oak and ash, I grew to a bonny rowan tree. Freely in my own country. But some old oak trees won't twist, for they're brittle beneath the bark. Better the limbs be broken, brought to ground, and service the light to dark. We're just servants unto the dark. Он такой дикий, первоначальный такой. Ну, вообще не совсем верно. То есть японский и корейский олень – это немножко другой подвид, более южный. А это именно маньчжурский олень. То есть маньчжурский, да, с территории Дальнего Востока. Еще в советские годы, в 30-е годы, начали первое расселение, реклиматизация. Значит, первая волна – это 30-е годы, довоенные. Была неуспешной, в связи с войной, в общем, включила свои поправки, да. И следующая, вторая волна, вот, на которых олени мы сейчас находимся, в центральной части России, это была вторая волна. И проведена она была, значит, с 51 года по 54 год. Активная стадия завозки, в том числе в охотничьи хозяйства, военного охотничьего общества и вообще по территории. Сергей, мы сейчас выходим по оврагу на верхней части и против ветра идем порядка 1,5 километра. Будем надеяться, что здесь на что-то наткнемся. То есть скорость будет небольшая, то есть старайся идти прям практически за спиной, то есть 2-3 метра от меня. Хорошо. Если я вижу зверь, я сразу оттормаживаю и тебе даю возможность высмотреть его, выцелить, ну, и сделать выстрел. Хорошо. Все, удачи. Young men came from hunting, faint and weary. What is that, my lord, my dearie? Oh, brother dear, let my bed be made right here. Night shade.
осели немножко. Остыли даже, да, может. Вернее, будет сказано. Очень долго ходили, искали хорошего трофея. Видели несколько самцов. Но это все было не то. Был трехлетка или, может быть, с не такими выдающимися качествами. Решили не стрелять. И вот в конце, уже в сумерках, посчастливилось. Вот и мы добыли такого прекрасного самца. Что интересно, ну, понятно, что здесь, ну, возможно, бывают в этом хозяйстве и лучше трофеи, но очень симметричные рога. Если посмотреть, даже вот эти отростки первые, да, они очень-очень-очень симметричные. Не знаю, бронза точно будет. Наверное, да. Широкие. Красивые темные рога, с такими уже обтесанные.